В Шымкенте повесился мужчина. Информация об этом поступила 17 августа около 5 часов вечера по улице Есенберлина. О случившемся в полицию сообщили прохожие. Прибывшие на место сотрудники полиции увидели висящего на заборе мужчину 40-45 лет азиатской внешности. При нем никаких документов не было. Выясняется личность скончавшегося. Ведется расследование. Очередное ДТП случилось в городе. В 12 часов дня по улице Утигенова, двигающийся в сторону Назарбаевской интеллектуальной школы, автомобиль марки «Опель», внезапно проскочив два РК, ударил автомашину «ВАЗ». Продолжив движение, «Опель» врезался в стояк ворот частного дома. Пострадал сам водитель «Опеля». Лет ему 20-25, сообщают очевидцы происшествия. Пострадавшая забрала скорая медицинская помощь. Оба автомобиля получили значительные повреждения. Детали ДТП выясняются. Следующее ДТП случилось через 40 минут по уже улице Аль-Фараби. Здесь столкновение случилось между КАМАЗом и автомобилем «Москвич». Водитель «Москвича» утверждает, что виноват КАМАЗист. Я ехал с той стороны, проехал немного, остановился, потом вышел из машины. Смотрю, КАМАЗ ударил мою машину и дальше начал уезжать. Я его догнал на такси, остановил, объяснил ему. Он сказал, что сейчас позвонит, все решит, но уже убежал. Поэтому мне пришлось вызывать 102. К счастью, в ДТП никто не пострадал, а москвичу причинен малый ущерб. Mm-hmm.